Все сложилось идеально. Суббота, 1 июня, день защиты детей. На небе не облачко, кругом цветущая зелень, свежий воздух и уютный парк-отель «Трубник». Территория закрыта от посторонних, раздолье для детей и спокойствие для родителей. Музыка звучит, аниматор развлекает. Атмосфера настолько праздничная, хоть забывай о принципах и возвращайся в детство. В этом году у нас запланирована очень большая программа, которая начинается с 10:30 утра и закончится к 8 вечера. У ребят будут различные конкурсы, шоу мыльных пузырей, криомороженое, бесплатная сладкая вата, батут в течение всего дня, вечером кинотеатр и детская дискотека. В общем, ребятам некогда будет скучать в течение всего дня. Такой масштабный праздник нам захотелось провести в честь юбилея нашего Северского трубника завода и праздник организовать как для детей сотрудников предприятий дочерних организаций, так и для детей нашего города. Локаций много, хочется побывать везде и узнать, что больше всего понравилось присутствующим на этом празднике. А вот, кстати, сразу бросается в глаза аппарат для изготовления сладкой ваты. Сегодня делают лакомство двух вкусов – ваниль и клубника. Вата – это всегда радость, это всегда настроение. Это не только просто вкус, это настроение людей, что сладкая вата. А очередь бесконечная, я вижу. Да, наверное, скоро земной шар обогнет. Далеко ходить не надо. Несколько шагов в сторону, и вот уже стол для аквагрима. Желающих нарисовать яркую картинку на лице настолько много, что художнику приходится работать без остановки. Правда, как выяснилось, ему это в кайф. Чаще всего гости праздника просят нарисовать им российский флаг, сердечки, ромашки или божью коровку. Мастер старается угодить всем. Конечно, приятно. Так я для этого работаю, понимаете? Мне даже, я сейчас сделаю это за бесплатно. Мне не надо ни денег, ничего, просто для детей. Смотришь на их лица радостные, очень приятно. И сам получаешь удовольствие, и они бегают радостные. Магия холода в плюс 20 – это сильно. Ребята удивляются, как у этой чудной волшебницы руки не прилипают к холодной чашке, когда она мороженое делает. Оказалось, все легко и просто. Это крио-мороженое. Чудеса, да и только. Она делается на холодном азоте. Оно безопасно для детей? Да. Но оно быстро делается? Да, оно очень быстро замораживается, так же быстро тает. А какие вкусы у вас есть? Только ванильный. Вика, как тебе мороженое? Вкусно. Круто, тут были всякие конкурсы, и можно было заработать жетончики и что-нибудь получить. А что ты взяла? Слайм. Слайм и конструктор. А что у тебя за конфетки сверху? Это шарики. А вот и тот самый стол изобилия, к которому дети старались прибежать сразу, как только заработают свои жетоны. Их, кстати, можно было получить, участвуя в различных активностях, веселых стартах или танцевальном конкурсе. Здесь есть все, что нравится детям, от кукол до мыльных пузырей. Выбирают долго, они, некоторые дети сначала обдуманно принимают решение, а потом уже, собственно, подходят, меняют. Также у детей есть возможность на заработанные ранее жетоны обменять их на призы и сходить еще раз. То есть по кругу, собственно, да. А зарабатывать их и менять. Поэтому... То есть можно в течение дня получать и получать призы? Да, 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 все верно. Праздник в самом разгаре, а дети даже не думают уставать. Каждая минута, проведенная на свежем воздухе, словно заряжает их вновь и вновь. Они с огромным удовольствием прыгают на батуте, останавливаясь лишь для питьевой минутки, и снова веселиться. Взрослые, глядя на то, как развлекаются их дочки и сыночки, тоже радуются от души. Замечательно, очень, очень много народу, я очень рада, что много у нас детишек пришли сюда на праздник. Атмосфера праздничная, конечно, очень красиво все. А тебе что нравится? Мне нравится очень батут и площадка. Они очень крутые, и мне это нравится. Хороший праздник, спасибо организаторам. Нормально, весело, культурно. Я думаю, что это очень хорошая традиция отметить такое мероприятие, потому что дети – это самое важное в жизни, что у нас есть. Их радость, здоровье. Вот в этом, мне кажется, и заключается счастье. Мне понравились всякие квесты, это было очень интересно. Еще зарабатывать монетки и покупать на них что-нибудь. Всякие. Что купила? Я купила, ну, пулемет, который стреляет, и еще... слайм. Пока одни детишки развлекались с ростовой куклой и ярко-розовым мишкой, другие играли на детской площадке. Карусели, горки – неотъемлемая часть детства, поэтому здесь тоже сегодня многолюдно и весело. Кому что сегодня здесь нравится? Мне нравится горка. Угу. А еще? Качели. А праздник вообще в целом?
Да. Удалось повеселиться, потанцевать? Да. Так, а остальным? Они повалились, хотели и праздник. А сладкую вату кто-нибудь ел сегодня? Да. Я ел. Всем понравилось? Да, и Коля ел, мой брат. Кульминация праздника – шоу мыльных пузырей. Сухим от стола с переливающейся смесью никто не ушел. Лопнуть прозрачный пузырь каждому хочется, пока не улетел. Еще, еще, еще! Давай, давай, давай! Спасибо взрослым, скажет каждый, кто решил провести 1 июня в Трубнике. Руководство парк-отеля вместе с администрацией Северского трубного завода потрудилось от души, чтобы День защиты детей получился сногсшибательным. А по-другому и не выйдет, ведь именно маленькие непоседы – наш главный стимул, чтобы чаще создавать вот такие сказочные праздники. Ольга Демьянец, Сергей Чижов, новости 11 канала.